Привет, друзья! Это Зверько, и вышел новый персонаж. А значит, настало время зеленого гайда, ведь персонажа, скорее всего, еще могут изменить. Любители саппортов, наконец, дождались пополнения в свои ряды. Притом довольно полезного. Диги может приносить пользу на всем протяжении боя, даже будучи мертвым. Сейчас объясню как. Эмблемы выбираем по значению брони и скорости. Эти показатели нам пригодятся. У меня это эмблемы танка. Из боевых заклинаний я предлагаю взять ослабление, редкий навык для большинства других персонажей. Нам же позволит каждые 60 секунд замедлять одного противника на 70%, да еще и ослаблять его атаки на 50%. Действует это счастье 3 секунды. Поскольку это полноценный гайд, я должен повторить навыки, о которых рассказывал в обзоре. Первый навык – временная бомба. Диги кидает бомбу с большим радиусом действия и таймером в 2 секунды. По прошествии 2 секунд бомба наносит максимальный урон и оглушает. Можно активировать раньше, пожертвовав уроном и оглушением. Замедляет передвижение противника до взрыва. Можно просвечивать кусты, кинув бомбу прямо в куст. Это наш спам-спелл, поскольку имеет небольшое КД и единственный навык на урон. Кидаем в сторону движения мобов так, чтобы зацепило всех через 2 секунды. Но фарм это не про нас. Множитель урона от магической силы примерно 0,5. Не бойтесь активировать заранее, когда в сборке появляются предметы, навешивающие дебафы. Второй навык. Возврат во времени. Диги, как это ни странно, выстреливает ловушкой времени в противника, нанося 10 урона, а спустя 3 секунды цель возвращается на место, где была настигнута выстрелом. Цель будет замедлена и получит 150 урона, и это был бы топ навык, если не продолжение. Если цель отдаляется от центра дальше светящегося круга, она немедленно возвращается в центр и может опять убежать. Такие персы, как Чу, Юнь, Мия, Ланселот, Фанни, легко нивелируют эту способность. На данном этапе это похоже на мелкое вредительство, чем на полезный навык, поскольку можно пешком выбежать за пределы круга и тут же применить отскок навыкам или доп. Заклинаниям. Если бы навык оглушал противника после возврата, то была хоть какая-то польза. Можно пытаться сделать комбинацию будильник плюс возврат, но у обоих навыков есть время полета, что еще более усложняет этот бестолковый процесс. Но перейдем к приятному. Ульта. Путешествие во времени. Диги активирует защитный купол, который дает союзникам 5-секундный щит и игнорирование контроля на 2,5 секунды. Отличный саппорт спелл. Это как массовое очищение, приправленное щитом. Кстати, хоть этого и нет в описании, Диги получает ускорение перемещения. Достаточно быстро перезаряжающийся навык позволит получить преимущество в файте. Старайтесь во время активации накрыть как можно больше союзников. Теперь самое необычное и интересное. Пассивка. Снова молодой. Вместо отправления на базу, после смерти Диги остается в строю, становится неуязвим и может наносить противникам микроурон, сбивая регенерацию или возврат домой. Разведывать территорию, светить кусты и просто бесить противника. Кроме того, скорость бега в форме яйца значительно больше. Дабы максимализировать пользу от этой пассивки и вообще нашего пребывания в бою, выведена моя сборка. К ней и перейдем. Господство льда. Мана и броня с перезарядкой – это хорошо. Но айтем снижает скорость бега и скорость атаки противникам не только когда Диги жив, но и когда в форме яйца. Магические сапоги для КД нашей ульты. Проклятый шлем. Да, ХП у нас не так уж и много, и выбиваем мы по 60-70 ХП. Но мы продолжаем наносить урон, даже когда в форме яйца. Так можно и добивать кого-нибудь. Бастион отваги. Также работает на союзников, увеличивая им атаку и защиту. Смертельный клинок. Будет мешать отхиливаться противнику. В форме яйца не работает, но в отличие от ожерелья заточения, когда вы бьете противника с руки, дебаф накладывается. Жезл катастрофы. Также не работает в форме яйца, но в магомете уменьшение противнику магической защиты – серьезное подспорье. Этот билд не позволяет вам отдохнуть, будучи мертвым. Вы должны все время приносить пользу команде, благо у вас теперь все для этого есть. А чтобы не пропустить следующий гайд и стрим, подписывайтесь на канал и жмите в колокол. Скорее всего, следующий выйдет про Алукарда. Ну, если Хилоса раньше не выпустят, конечно. Удачных боев, приятных побед!
Download for free. Mobile Legends. Bang Bang.